Давай наберем одного из игроков команды. Давай. Резки. Ты его знаешь. А кто же это, интересно? Интересно, кто это? Если он ответит, этот игрок, естественно. Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Ну как у вас вообще победа? Вы в финале. Вообще нормально. Вы в финале, как вы? Как вы чувствуете себя? Нормально. Как думаете, с помощью чего вы вообще победили? С помощью... Не знаю. Мы победили с помощью того, что у нас очень слаженная игра. Мы тренимся каждый день, каждую ночь до потери пульса. Учим новые связки. Тестируем новых героев. Ну и за счет меня, хорошего мидера. Как они говорят, моя команда. Сашка, молодец. Сань, на самом деле, вот, Сашка, молодец. Кстати, я заметил за тобой несколько ошибок. Нашел к чему придираться. Было несколько ошибок, Сашка. Я как человек, который учился вместе с тобой и в некотором роде даже немножко учил тебя. Ведь именно из-за меня ты начал на мид-героях играть. Помнишь, да, пуджик этого? Да, я помню эту штучку. Ну вот, я заметил несколько ошибок, я негодую, Саш. Да ты ладно, промахнулся давай. В конце по Огрмагу. Да это фигня. Я Сандрайк кинул прямо в самый верх экрана. Еле достал его. Ну что ж, поздравляю, вы в финале. Все, спасибо. Можешь пока что пойти на параллельный стрим. Кстати, еще немного. У вас страта, она одна и та же, что ли, играется, по сути? Да не, мы это... У нас просто много страт. Но мы стараемся закрыть, ну, поместить в бан тех героев, которые... Ну, ты понял, да? Ну да, 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 все поняли. Вот, да, кстати, я хотел спросить. Которые нам помешают. Вот вы на Сталкера два раза первым баном забанили, это вы где игру смотрели? Да, мы смотрели повторы, чтобы... И тебе? Да. Ура! Постоянно смотрю. Ну, на самом деле, я смотрю повторы. Чтобы противостоять их пику. На самом Саш, деле... вот ты считаешь, что была эта вот критическая ошибка от Five Players Gaming, то, что они не забанили инвокера? Это была очень критическая ошибка. Ошибка. Я так и знал, что они это сделают. Они решили... Бестобек тоже был у вас в первой игре жесткий, так что они решили его забрать. Ну, все равно, согласись, на мид ли широка против инвокера ставить, это вообще не тема. Да. Это инвокер 100 плюс урона на третьей минуте уже и дает. И у тебя просто пол лица отрубается. И шаг разваливается. Да. Ладно, Саш, еще раз поздравляю, спасибо. Спасибо вам тоже. Если интересно, то у меня только вторая игра записалась, так что... Завтра у тебя финал в 4 часа. Хорошо. Через минут 25 будет на ютубе игра. Да. Хорошо. Удачи, пока, передавай остальным тоже удачи. Да, спасибо, до свидания. Че он так угорает? Я не знаю, это Сашка. Что ж, что у нас с играми? Все? У нас товарищ Сергей. О, давай посмотрим игру Сергея на Леоне. Игру Сергея на Леоне? Застримить? Покажи его скилл народу. Не, подожди. Во-первых, стрим, наверное, на сегодня все. То есть, ребята, которые смотрели, спасибо вам большое. А завтра 4 часа, финал. Подписывайтесь на канал Димки Горинова. Параллельно игра будет еще идти на Twitch TV Citizen Snippy Games. Сейчас будет ссылка у вас, надеюсь. Будет ссылка у вас? Задержка. Будет ссылка у вас. Спасибо за просмотр, удачи, пока-пока. Давайте.